Добрий день, шановні сябри! Я Раїса Романчук-Шимко, керівник літературно-музичної гостьоні «Криніця» при Барановицькій центральній районній бібліотеці ім'я Яна Чачота. У мене 5 зборників, 5 книг і 3 книжечки для самих-самих малюсеньких. Друкуюся у газетах, у часописах, у колективних зборниках, яких вельми-вельми шмат. Вельми-вельми шмат, у мене більш 40 колективних зборників. На мої слови написано 18 пісень. Одну з їх гімн текстильщиків виконує Федор Жиляк. У мене запитали, коли пишеш вірші, і хто їх почує з твоїх вус навперші? Уночі і увечері, і раніцою, одні бігуть, а другі трусцою, а треті вірші пливуть, бицем птахи, і в сшиток радочкам кладуться без страху. А хто їх почує? Де той, хто захоче, хто мову матуліну слухать охоче. А пишу я, саправды, у розный час. И пишу, яны мне пишутся экспромтом. Махчима наражаются там где-то в сердце, у души. А потом выливаются на паперу. Я почала писать с самого детинства. Еще у другим классе, я помню, уже зарифмовала такий верш. Вот эта дорога, жвыранка, карьер, усё сердцу близкие дали. За вёскою сажалка, школа и мост. Дорога иде на Подгайну. Подгайна – это вёска побач с Тугановским парком, у яким сустракался Адам Мицкевич с Марилей Верошчака. У 4 годки я почала пасвіць карову, тому що мой дядулька Максим Дмитрович Шимко був сляпы. Хутор одинокий, у лесі, это Новогрудское узвыше. І я з 4 годков пасвіла карову. Дядулька мой, ён нідзе не друкаваўся, але ён писав. Ён був вельмі мудрый чалавек, був глыбока веруючы чалавек. Я 17 гадочкаў прожила з таким цудоўным чалавекам. Першыя свае творы я надрукавала ў районнай газеце «Полымя» ў 1972 годзе. Вось бы нарадзілася я 20 красавіка 57 года. У школьныя гады, в 8 класе, я надрукавала свае першыя творы. Была членам літаратурнага аб'яднання «Рэчанька» пры районнай газеце «Полымя». Першую сваю кніжку «Сцежка ў дзяцінства» я выдала ў 2003 годзе. Гэта кніжка, чаму яна называецца «Сцежка ў дзяцінства»? Таму што яна пранізана той теплынёю, той добрынёю, тымі успамінамі, тою радасцю аб маленькім тым куточку, дзе я нарадзілася і вырасла. Старэнькі хуторок, здзічэлы сад, мой родны кут, так часта ночу сніцца, гушкаюць голле птушкі на руках, над петуховкою туман дымится, старенький хуторок, здичелый сад, мои найдорожейшие мясины, настоем матчиным на коронях, душу мою напоять успомины. Кожный верш мой, кожное слово пронизано любовью до родного краю. Вот книга «Рамонковый ранок», якая вышла в 2013 годе. Книжка так само про любовь до родного краю, любовь до своей родимы, любовь до людей, якія живуть тут побач. Крынічкаю лагодной, нехай тече гамонка, нехай шчыруе мова над любою сторонкой, нехай на родной мове тут болей размаўляюць, радзіму мову маці ніяк не раздзяляюць. Пытайте, яшчэ зусім маладою я прыйшла ў літаратурнае аб'яднанне ў Барановичы, была ліра на тэкстыльным. І там, ну я гэта было, ну, мне гадоў было 20 з хвосцікам. І я чытала свае творы на беларускай мове, таму што мне на беларускай мове лягчэй. Я вельмі люблю беларускую мову з самага дзяцінства. У сям'і ў нас размаўлялі на беларускай мове. Школа была беларускамоўная. Вось, і я
И мне сказали, ты что, куда твоя вот эта деревня, ты пиши на русской мове, тогда тебе надрукуют, а так ты ж нигде не надрукуешься. Ну, я думаю, ну и соправды, может и правды. А керовником был Анатолий Иванович Станкевич. И он приходит и говорит, Раечка, не слухай, ты самородок, у тебя ж льется, ты ж пишешь экспромтом. Это ж цудовно, это выдатно, это Божий дар. И никого ты не слухай. И он меня подбодрил. Я пришла домой и написала. Мне сказали, ты дяровня, че тебе дано писать. Твои творы уся ровно нигде не надруковать. Лишь закинь ты свой оловок, да паперы не марай. Творца ты самородок, ты уваги не звертай, будешь николи признана, бо в тебе душа пяе, Богом ты на шлях обрана, и натхнение ён дае, дык пиши, шчыруй заўзята, мне Станкевич так сказал, дары людям радость, святы, их кіруй до добрых справ. Я наказ той памятаю, творы шчырыя пишу, край свой любы усхваляю, у Бога мудрости прошу. Вот у меня в 20-м годе вышла такая книжка «Вусатый полосатый». Тут у эту книжку вошло 5 оповяданий дитячих, вот такие пригожие, и 2 казочки. У меня 3 деток, 4 внуков, 2 правнуков. Вось есть откуль черпать гэтые веды, гэтых чамучак, отказывать на пытанні гэтых маленьких чамучак. И еще я вам скажу, что вось у 2003 годе у меня вышла книга «Стежка у дзяцінства», 30 экземпляров. У 2013 годе «Рамонкавый ранок» вышел 200 экземпляров. У 2013 годе еще вышла книжка «Звон Верасовы». Тоже 200 экземпляров. У 14-м годе вось вышла такая пригожая дитячая книжка, якая называется «Добрыня». Свои творы я пишу, это, вы ведаете, что это некая ностальгия, это некие вот життя, некие учинки. Вот поглядите, огонь росы мне пякая ступни, струменять кволых промянёв полоски, неумольный смуток в моем сердце чутный, моего маленства чую отголоски. Ля хаты на дворы старая липа у белым кипе не разгойдвая небёс, гукаю дед, амаль ужо ахрыпла, не прыйдзе ён, такая воля лёсу. Вельмі хочацца ўсім пажадаць любіць сваю родную мову, любіць сваё роднае слова, таму што гэта з тыя крынічкі, з якіх з самага дзяцінства, з малако маці, напэўна, мы вось успрынялі сваю родную мову. Канешне, цяпер 2 дзяржаўныя мовы. І калі ласка, каму лягчэй? Хто на рускай мове піша, хто на беларускай мове піша? Але ж ведаеце, без каранёў нема ні адзінага дрэўца, нема ні адной раслінкі. Па гэтаму наша мова, гэта нашы карані. І па гэтаму так хочацца, канешне, каб больш людзей размаўляла на роднай мове, каб больш людзей пісала на роднай мове. Тварыце, пішыце, шчыруйце, усхваляйце сваю радзіму, сваю мову, свой народ. Гэта вельмі і вельмі важна.